слишком мало прокает на армса, и у меня под второй бурс также получается ДПС выше на один косарь, чем с двумя Т10. На готовность. Сейчас она вешаешь и пол. Почему никто шипы не раздает мне? Шипы мили. Юля. Конечно. А я кушала, я готова. А отсчет на пол. Это было неразумное решение. Факт. Надо отдать ханту. Вкус. Или это для любого. Задумал, отдаю. Мангиал. Факт. Элемент про. Кусаю ханта. Факт. Теперь еще надо локоть закинуть. Дори. Скан по РДДшникам, я по миликам. Факт. Еще раз, еще один укус на РДД отдай. По ханту или по локам. Тотемы трепета поставили. Швы раньше набрали хилим. Тайм ренджа 8 метров. Сова у два приз раньше. Во, молодцы. Вовремя радаш. Или прилетело говно. Отдал задуму. Дэч. Факт. Эйти побежал. Кидаю, ты не в ранже, вперед лучше, как пистолет тебя сзади. Нет. Да-да-да. Все, разобрали. Втроем не надо бить. Вот, хорошо. Просто вижу урон там, как сразу видно, кто не в ранже ее. Ахилл бог. Пакт. Быстрее, пакт. Арок побежал. Крис тебя дамажит, шаг вправо. Все, бежи, тира. Рони укушу следующего. Факт. Мамоедик. Тотем и трепет обновите. Уходите от лужи. Лужи уходите, которая слева. Сакру даю. Мастера ауру нажали. Мамоедик, ты под укусом был? Повыше системе. Обосрались, короче. Маша, в этот бернишь мамоедика. Лопасос, бейри мамоедика. Покусали. Факт.
После факта идти. Быстрее! Твинси. Промазал. Рел, пора Геру давай. Геру. Кто-то свободен. Киньте ШП. Ожидан. Киньте ШП в ветра. Там нас не нафилил нас. Дим, на ХП надо. А, нет. Бабы, готовьте, сейчас уйдем. Бабы есть. 20 секунд где. ШВ есть? Нет. Факт. Кого кусной? Любого кусай, кто без укуса. Бревно стоит. Так. Ты в бабл дал. Бейте, добивайте, бабл дал. Ага, ура. Вот так вот, багровое колье упало. Надеюсь. Багрука, нахуй. Пошли на Валев. Вот, видите, два человека умерли. Потому что у меня первый уксин. Короче, слакайте с укусами, вот и проблема вся. Так. Слакайте с укусами, теряйте ДПС. Печенька, разбойник, рыцарь смерти, маг друг. Просто ты меня объяснил. Так, нахуй. Дори там прослакал. Для чего ты получил укус первый? Вот скажи, а что, Лин, меня укус первый? Да, для чего? Потому что я просто нул на 15. Вот смотри, ты кусаешь локо третьим, и он становится первым. И кто ты после этого? Ну кто? Да никто. Пошел в жопу. Ты укус, потому что ты укус поймал. Просто укус поймал. О, ничего, ты обижаешься, я просто смазал, и третий укус тебе не отдал. Да мне не надо. Я тебе не про укус говорю. Просто тебя обогнали в итоге. Ой, все. Не туда. Вот в чем. Ты понимаешь, что у меня 242 итем левел? Конечно, что меня все передамажили. Так а смысл тебе ловить вот зачем вы пустите, это я понять не могу. Я его первый раз за всю жизнь, блядь, словил тут, за все травы. Вторая печенька, разбойник, рыцарь смерти, маг-друид. Я вообще не знал, что я его словлю. Может быть вы подойдете сюда? Хватит трындеть, подходите к трэшу все быстрее, чистим, убиваем Валю и расходимся. Давайте все сюда, чего вы встали там? Вальки убит, чего вы стоите, стенки прячетесь? Чего вы стоите сюда, бегите все. Центр перед трэшем. Войд, по одной воительнице на рыло. Нет, Твинси правильно говорит, эйфория такая. С такими говняными траями радоваться особо нечему. Я согласен. Потому что траи говно убили кое-как. Через жопу, я бы сказал. Чего у тебя? Хильди. Задумал, чего у тебя там? Бобов у меня забирает тоже. Тихонько. Карм. Угу. Отверни этих двух. По охотникам играем. Играем череп лес. Можно АУЕ сливать, воительницы. По разным там. Эти АУЕ. Погруха, она как бы есть считается? Она в ГБЛ? Да. Печально. Никак на кому-то грейдинг. Покупать ее за 10к. Кому она в рейдинг? ДД. Как кому-то нужна была? Не, этот как. После рейдинга пишет. Я видел. Забрал, да? А, окей. По ледяную уже. Он войду сходит. Я с этого стою.
Кто стоит аурок, не поставьте лед, пожалуйста, это больно. Спасибо. Шрезер тут? Что там за трэш? Нефть забирай, вот смерть бейте, оставьте льда. Льда бьют РДД, мелики бьют носители смерти. Уйдите отсюда. Не получайте урон, не напрягайте хилов. Поительницу забери себе еще. Умру. Да, Маляш, я за тобой слежу. Короче, все, сланы, сваки с укусом. Основная причина бань. Нет. Ну, это одна. Плохой хп. Тупите с ренджу. Первые проблемы все вайпы были из-за того, что падали люди с укусами, и ТП-ца тупо не хватало. Вот, вот какая основная проблема была. Сейчас еле-еле хватило, тютелька. Еще бы один человек умер, мы бы пошли на вале без лука. Качайте рекаунт, кусайте тех, кто по ДП нормально всекает, кто рядом, и все будет хорошо. Единственное, чего я не ожидал, просто что это я словлю первый укус. Ловил и словил. Нормально. Главное, что не сдохнет. Кстати, насколько я тут вроде посмотрел, тут можно даже и тотемы кусать. Да? О, круто. Тотемы как, они тоже в дырсу будут ходить? Я, похоже, последний укус, короче, я бегаю, тыкаю в ярость и попадаю в тотем укусом. А, можно куснуть, будет тотемы свои кусать. Кстати, по поводу RNG, у меня есть предложение. В следующий раз, когда будем просто качаем ДПМ и все, там пишется. И те, кто не набирают рейндж, давать там хотя бы минимально там 20-30 ГП, тому никто вот не набрал рейндж. А из разряда вот кто к кому-то подбежал, сломал его рейндж. И вот этому человеку выдавать ГП. По рейнджу, вот, забери воительницу, одну любовь. Спасибо. Лач, дам, по поводу твоих предложений, ГП, для начала нужно сделать шудари. Убивал босса, это первый. Умирал максимум один. Не знаю, по причине вообще никто не должен. По поводу приоритет по отбеганию. Имеют хилы. В каком плане? То есть на хила кинули, скажем, заящие стены, да? Вот. Хил вынес, занял место. И все, кто с ним стоит в РНЖ, должны отойти. Потому что хил важнее, чем любой БДР. Потому что он хил. Соответственно, если хил вам убивает, вы отходите от хила, а не хил от вас. С РДД, ДД, ситуация другая. Если РДД друг другу трое ломают, отходит тот, ему меньше всего надо отходить. Потому что есть возможность. И тоже от ситуации, допустим, сломал один ДД рейндж, двое стоят рядом с лужей. Они не могут двинуться, они урон либо от лужи толкнут, либо они под стрелу. Поэтому раньше надо набирать суп. По ситуации. Это определенные сидеть, которые должны и не должны играть. Маша, если РТ не уходи, мы пойдем в другую комнату и кое-что говорим с тобой. Есть определенная схема. Когда вы научитесь это делать без подсказок, тогда у вас это будет хорошо. Мне тоже королева будет вопрос. Не при всех, конечно. У нас вообще даже хилы на пак не сбегались, потому что они хилуют. Ну, смотрите, под конец, в принципе, это объяснимо. Если хил стоит, то он реально хилит танков, вот, потому что он не может сбежаться. Если он сбежится, там, либо танк упадет, либо еще, то просто сбегите к хилу, если такая ситуация под конец рейда, если не критично про хил. Вот и все. Поэтому играть надо по ситуации, тактики тактиками, но на каждом боссе нужно опять же действовать в зависимости от того, как идет бой, как он происходит. То есть, не должны вы приходить, грубо говоря, в школу, да? Помощников захватить зазубренным изусти. Я пример приведу. Я один раз не сбегался с пактом, когда реально стоял хилил, и два конца остальных пактов были один с левой стороны, второй с правой стороны, и они тупо должны были на меня сбежаться. То есть они тупо на меня сбегались, я поэтому не двигался, продолжал хилить. Вот один из моментов. Слева от тебя, справа от тебя пак, ты никуда не
не просто тупо без бега. Я про это и говорю. Что нужно действовать. Да, Синтукина, у нас был один раз проблема с избеганием, когда из мили зоны милик не всегда видит, что ему нужно там выбегать. Вы, по идее, в принципе, правильно. Руслан. Вот оно, все, Руслан. Палкин топ вообще, удивительно. Хилл, по идее, вообще не должен отбегать. По идее, да. Шам Эрдл должен быть топ и на этом. За УЕ. Я вот сколько выбегал все время, потом бегаешь как дурак и ищешь куда. Ну, Юка вот 10 уже неплохо, должна больше, да. Шаман тоже должен, 10, да, 8-700. Шаман, 10 нужна лучше, да, слышишь, на лане? Да я обычно нету. 10 даю, но я не знал, что сейчас был. Но нет, у меня 4-10. Обычно, необычно, тут ситуация на этом. Ситуация в этом, что надо смотреть уже по избыточному исцелению. Если есть хил получше тебя, ну, или два хила, которые тебя перехиливают по-любому, ты будешь давать меньше хпс. Это стандартная вещь. Вот избыточно. Вот избыточно. Хвали палы всегда на первом месяце. Ну да. Но нету у меня 4-10, но нету, не дам я хпс больше. Я не тебе говорю, я говорю лучше донам. Я понимаю. Забит, ребят, у нас один хил нормально хилил из четверых, правда. Вот это, который самый неодетый друид. Это всё. Был Холли Пал. Ты про котяку, да? Ну, который 257. Юки. Надо посмотреть. Юку, да. Ика. Нет. Нет. Так, котяка. Давайте котяка. Потом. Приоритет для РДД, соответственно. Разгром, магия. Ки. Джи. Джей. Этью. Каток. Соответственно, Пуджа убили, под него УЕ. Далее, милишники, ваши разгром, подавители, магия, Джи. Здесь, понятно, с белых луж выходим, с черных луж выходим. Так. Ну, Юль, как обычно, в соло. Три хила на рейде. Войд, ты справа или слева? Слева. Войд слева, Лимон справа. Чек на готовность. А по порталам еще раз кто? Юля одна. В смысле? Ты хочешь, чтобы Хпал один хилил? Я так Шаму и Хвали Пала надо, да? А, их Шамку. Я и в прошлый раз одна хилила. Не знаю, у нас вроде есть два друида, они рейд прекрасно выдержат, наверное. А тут аура меня пашет в этом? Саня. Да. Как его? Давай тоже в портал. Летаешь, зад винтись. А, Шредер. Тапки на танк мои. Твинси, можешь. Не. А, можешь ничего не видеть. Кольцо моё. Оно моё. Так, чек на готовность. Оно не упадёт. Рыбу поешь? Слаб. Баф дали по паладину. Орхидея, чего не хватает? Все готово. Спойлерист задум. Чужаки ворвались во внутренние. Уешим. Ребят, по поводу приоритетов. Подавители в первую очередь сливаем. Вон бегут. Справа, слева две команды. Милики ворвались на фури. Подавители ворвались. Пейте на все остальное. Убили подавителей. Сливайте скелетов. Полнены, потом бегут. Жирность самую последнюю очередь. Разгромов здесь по две. По разгрому сыграли. Далеко справа. Пейте подавителей. Чего они жрут, валят? Справа, два человека, подавители. Сначала подавители убиваете, потом маг, потом жирных, потом спасибо. Лимон, я ж тебе говорю, есть разгром. Понимаешь, разгром, там два подавителя стояли, 20 секунд били вальку. Это борода, они сразу должны сливаться.
подавителем. Мама едет справа или где? Мама едет это справа, кидай под жирный перед его убийством ловушку ледяную, ну, чтобы черви не... Мама Елика нету. Ну точно. Остался один идти. Я тоже думал, что-то ловушки. Это под моего тут. А, спасите. Здорово, что ты врываешь? Давители. Перестаньте жирного убить, алло. Подавители, алло. Милишники, мертвы, маги мертвы. Бьете потом по... Че вы врываетесь? Разгром. Просто поймите, хант меня не напуливает. Гроу паладина, ни как у вара, ни как у ДК. Вместо того, чтобы нормально танчить стоять, я сижу на паладине, начинаю в пианино играть с вашими срывами. Кстати, Мидвея, его починили, нет, Акро? Нет. Собаки. Подавители. Что говори, что не... Два мах разряжает под... Слева скелету. Младший Донан умер. Да. Встал. Подавители. Разгром справа далеко. Дырный зомби по два. Так их надо из рейда выводить. Там вы найдете спасение, герой. Макс упал. Маш, подыми. Голден взрывается в рейде, отходить на него, от него на 15 метров. Ну, каст взрыва ему не бьется. Подавители. Разгром справа. Сейчас схожу, скажу, когда дойти. Угу. Циклу мне сразу дойти. Угу. Чё там про Сапу? Сейчас. У меня и крылья есть, положение. Подавители. Роз, дайте. Роз, дали.
паладины, снимайте крылья и возложение кидайте в галь. Отдавить или я их один бью? Да не один ты их бьешь. А, ты слишком маленький. Я с другой стороны был. Отлично. Может быть шея упадет? Может быть. Кольцо. Опа. Интересно. Кольцо на танка, плащ на ДД и какая-то боешка. Лут хороший, кстати. Хороший, да. Лут класс. Каждый по-своему судит. Даже осколок упал. Кольцо на танке, огонь. Можно ретрика делать теперь. Да, там шам. Нет. Сколько у тебя темных осколков? Еще 26 осколков. Как нету, есть кольцо на танке. Ай, блять, как привычка, сейчас дам. Один босс. Да, да, привычка это. Так, ладно. Отмен будете кидать везде. Так, сона танк. Чисто по ролю. Что, блядь, нормальный ролик. Так. Я первый. Хватит, не ливаем, пожалуйста. А вот этот чётенький аддон, что мы скачали. Какой? Неделя. Который ЕПГ плывут мастер. Со следующей недели. Плащ. Опа, хилы. РДДшники. Хилы ДД. Бейтесь. РДД. Дарья. Я думал, Саня заберет. Саня с этого. А, у него сразу. Стоять. Элемент про. Элемент.